Такая беспечность, как взять и выбросить из окна своего автомобиля мусор, приводит к загрязнению окружающей среды и портит эстетический вид проезжих частей. И если бы дорожные службы постоянно его не убирали, то мы бы просто погрязли в мусоре. Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Теперь несознательных автолюбителей будут наказывать рублем. Причем штрафы внушительные. Выбросил что-либо из легкового авто, будь добр заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. И это только для физических лиц. Для должностных и юридических еще дороже. Мера также касается мотоциклов и прицепов. Больше остальных не повезло водителям фур. В их случае сумма варьируется от 40 до 200 тысяч. К данному законопроекту отношусь положительно, потому что это ведет к тому, что улучшается экология, в том числе и безопасность на дорогах. И сам для себя, скажем так, никогда не позволяю себе этого делать. Чистота – это самое важное. В город, в котором мы живем, должны следить, потому что это считается вторым домом. Я, конечно, никогда не выбрасываю мусор из автомобиля, поэтому я всегда полная пепельница. Гадит себе подряд, говорю, видишь, как чисто сразу стало. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Вступил в силу еще 15 июля. Согласно новым правилам, нарушения можно будет фиксировать и при помощи камер. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.